Доброе утро. Мы в школу отправляемся в школу. У нас сегодня ночью был мороз, подморозило с утра, вот такое все сухое. А я не знаю, я себя ощущаю так. Помните, раньше фильм был «Свадьба в Малиновке»? Ой, к сожалению, не помню уже героя, надо сегодня посмотреть еще раз этот фильм, наверное. Он не знал, то ли красные придут, то ли белые. Сереж, не помнишь, как этого героя-то звали? Которых в Малиновке-то то красные придут, то белые придут. И мы, короче, не знаем, у нас то осень, то зима начинается. Мы то одну одежду достанем, то другую одежду. То одни сапоги, то другие. Коле нравится, Снеж? Да. Филька у нас лает, не дает ничего говорить. Что-то ты мне нерадостно говоришь, что тебе в школе нравится все. Нравится. Наверное, ты что-то скрываешь. Наверное, не все тебе нравится. Все нравится у нас. Заморозило. Покрыты инеем, но лужи-то есть, конечно, они не до конца промерзли, так легкий морозец. А машина дракон. По крайней мере, грязь подсохла, подмерзла, не подсохла, а подмерзла. Вот если это все распустит, то из школы пойдем, опять будет все грязно, их уже нужно будет не отмывать, а отстирывать их дупышки. Машина дракон. Машина дракон, да, видите, как дышит. Смотри, у нас. Смотри, она в тумане. Ты как ежик, да? Ежик в тумане. Егор, скажи всем доброе утро. Всем доброе утро. Егор, сейчас дядя Дарья будет. Вася, доброго утра всем пожелай. Всем доброго утра. Так, всем привет. Я не знаю вот эту часть. То, что я сейчас запишу. Может, я в середину какого-то ролика вставлю. Но на всякий случай поздороваюсь со всеми. Я отправила своих в школу. Маленьких первоклашек. И вот хочу показать. Вчера вечером, после ужина, дети оставались здесь за столом. Они тут что-то баловались. Я их попросила убрать посуду за собой. И у них это затянулось в игру. Они были одни втроем. Я, конечно, у Василисы спрошу сегодня. Но мне кажется, это Егор делал один, когда девочки уже поднялись. Потому что они ко мне пришли. Я вчера вязала наверху. И они ко мне пришли без Егора. Я говорю, а Егор где? Он там еще посуду убирает. Я говорю, ну хорошо, убирает и убирает за собой, ладно. В общем, что я сегодня здесь обнаружила. Они у меня с Лерой занимались, делали жемчужинки для ванн. Я им брала вот такой наборчик. Показать бы мне его, конечно, с лицевой стороны, но я боюсь, что он опять мне весь высыплется. Он там сыплется весь. Сейчас вот так здесь будет видно, что это жемчужинки для ванн. Вот. В комплекте входил пакетик. Я его вот открыла. Вот такой заготовочка. И вот краситель, ароматизатор. Наверное, еще какая-то основа, там мыльная или какая. Я не знаю, точно не читала. В общем, Лера с ними занималась. У нас там в чашечке они лежат, эти жемчужинки. Это у меня коты дерутся. Это маленький пристает к большому. Вот. И они добавляют эти жемчужинки, когда ножки на ночь моют. И они их вот добавляют. Им очень интересно. Потому что они там прыгают, скачут. Это я к чему включила? К тому, что это все лежало в коробке, аккуратно закрытое. Сейчас я прихожу, все вот это рассыпано здесь по подоконнику. Было закрыто на скотч, поэтому я не скажу, что это, например, сделал кот. Кот бы скотч не открыл. И если бы это сделал кот, то он бы вообще все тут распотрошил. Это сделал, скорее всего, Егорка. То есть он достал, у него все это высыпалось. Вот. И плюс к тому еще я не храню в холодильнике кошачью еду. Тут у нас вот черепашья еда и кошачья. Пока у меня все так. Вот здесь пятна. Это вот я взяла сейчас котов кормить. Думаю, сейчас я им
у меня там макароны. Думаю, сейчас я им вот этот вот пакетик, я им беру собачью, в ней больше грамм. В общем, перемешаю с макаронами. А дальше у меня там еще китикет. Берусь за пакетик, а из него вытекает вода. Ничего не понимаю. Смотрю, он надорванный. Значит, тоже, наверное, Егор его открыл. Уж я не знаю, попробовал он его или нет. Сегодня спрошу, как оно было, вкусно, невкусно. В общем, вот, шкодничает по-мелкому.